Состояние содержимого холодильника на прямо сейчас утро воскресенья. Утро воскресенья сегодня 13 октября 2024 года. Показываю состояние содержимого холодильника. Кетчуп томатный Махеев, кетчуп с натуральными специями томатный. 500 грамм. Майонез Печагин с перепелиными яйцами 750 миллиграмм. Содержит перепелиные яйца без искусственных красителей, не содержит ГМО. Так, газировочка вкусная, сладенькая. Газировочка. Ах, крем-сода. Газировка безалкогольная, напиток безалкогольный высшего качества. Вот. Что тут еще интересненького? Так, горчичка, уже нужно выкинуть ее. Тут много, которые вот эти вот штуки, они нужно их повыкидывать, которые вот лежат. Вот это вот я выкину сразу, это горчица и хрен. Это я сразу выкидываю, чтобы не складывался мусор, помойка, чтобы не была в холодильнике, не образовывалась помойка. Минерал, вода вот негазированная, питьевая вода вот такая, Сошити Минерал Originals. Это стоит уже 100 лет, какой-то острый чили соус какой-то, соус тайский чили сладкий для курицы, уже стоит 100 лет, его жалко выкидывать. Это соус терияки просто из перекрестка. Можно макарошки им там поливать. Огненный чили-соус. Такой вот стебель бамбука. Тоже стоит уже 100 лет и жалко выкидывать. Не употреблять беременным женщинам, детям, людям особо чувствительным к острому и лицам моложе 18 лет. Зависимым соус может вызывать пожизненное привыкание. Обжором от соуса чувство голода быстро пропадает. С уже острыми блюдами превращение в огнедышащего дракона неизбежно. От всех остальных блюд с нашим соусом вы получите невыносимо острое удовольствие. Соус огненный чили. Респект маркетологам за текст. Классно придумали текст. Заправка для борща стоит здесь. Так, заправка для борща. Так, это у нас соус тартар от сухариков. Яйца десяток 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 яиц. Так, кто-то еще можно яиц купить. Так, огурцы, морковь. Огурцы, морковь, капуста, чеснок. Чеснок нужно кушать. Сейчас ОРВИ, заболевания, простуда, зараза всякая. Кушайте каждый день. Всем рекомендую кушать чеснок. Мне вам вот много чеснока. Я вот тоже стараюсь кушать каждый день. Everyday чесночок. Помидорчики. Помидорочки есть около килограмма. Можно делать вкусную фирменную IT-яичницу с помидорами, с лимоном. Апельсинка. Есть пару апельсинчиков. Пару апельсинов. Надо немножко так вот им воздуха дать в пакет. Они там завернут, апельсины. Яблочко есть. Так, тут у нас что? В кастрюле это мясо. Нужно мясо кушать. Это огурчики. Огурчики такие вот. Дядя Ваня. Ну, это как бы огурчики. Резанные огурчики. Там у нас супчик. Вот.
Вот, включил лампочку, подсветку, вот, супчик. Так, что тут еще интересного? Сливочное масло, творог нужно кушать, сладкий творог с изюмом, с каким-то там, не знаю, с клюквой, с какими-то ягодами. Так, это у нас, винегрет. Винегрет нужно кушать. Это рис. Рис. Вот, целая такая вот штуковина риса. Рис, винегрет. Так, это какой-то какая-то колбаса. Так, это у нас арбузик. Арбуз тоже кушать надо. Пойдет. Так, молоко, йогурты, Актибио, горчица, колбаса, квашеная капуста, там вдалеке свиная тушенка, здесь эклерчик, колбаска, сырок, кусочек сыра, тут кусочек сыра. О, у меня, короче, 3 сыра на текущий момент. Там еще он сыр. Просто банка не дает открыть. Вот. В принципе, нормально. На недельку хватит. Вот такой вот обзор. Состояние текущее внутреннего, так скажем, запасов в холодильнике. В принципе, кушать пока есть что. Нормально. Спасибо. Всем хорошее настроение. Кушайте вкусно, кушайте сытно. Живите хорошо. Всех люблю, всех обнял. Ставьте лайки, комментарии пишите. Увидимся в новых видеообзорах. Всех люблю, всех обнял. Всем приятного аппетита. Это ваш любимый кулинарный блог. Вот такой вот холодильник. Ну, до свидания.